Хью Стамптон. Игроки Челси разыгрывают мяч. Первый тайм начался. Ну и посмотрим, что нам сегодня команды продемонстрируют. И вот состав хозяев. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Состав Манчестер Юнайтед. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки — вывести центрального нападающего на чужие ворота. Атака остановлена, но кто получит мяч? Мяч потерян. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Челси начинает опасную атаку. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Есть варианты для паса. Потерял он мяч, но кому он достанется? Мяч у защитника, он сыграл надежно. Теперь в атаке соперник. Матео Дармиан. Поль Погба. Манчестер Юнайтед атакует. Душ Санту Шавейру. И как опасно пробил. И команда выходит вперед. Чуть сетку не порвал он этим ударом. Приложился здорово и мощно по мячу и отправил его точно по центру ворот. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Эден Азар. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Мемфис Депай. Манчестер в атаке. Прекрасный пас, опасно! Защита надежно играет, мяч отобран. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Это может быть опасно. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Отлично задумано. Отлично исполнено. 5 баллов. Ну вот и все. Отворот показывает арбитр. Люк Шоу. Шнедерлин. Не прошла эта передача мяч у соперника. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Можно бить. Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Выбиваут. Правильно. Погба. Партнеры поддерживают эту атаку. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж... Душ Санту Шавейру. Простил, откровенно простил сейчас игрок команду соперника. Но нельзя, нельзя разбрасываться такими моментами. Уж сколько раз твердили миру: не забиваешь ты, забивают тебе. Давайте посмотрим, работает ли сегодня это. Замена по счету. Им необходимо забивать, чтобы спасти этот матч.
Манчестер идет вперед. Неплохо задумано, но защита не дремлет и навес не проходит. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Слухи ходили давно об интересе Барселоны к этому игроку, но сегодня, насколько я знаю, дело таки дошло до конкретики. Можешь ли ты это подтвердить? Да, совсем скоро информационное поле нормализуется и будет ждать какой-то новой сенсации. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Отлично сыграно, надо решать. Пошли последние полчаса игры. Уверенно сыграл вратарь на выходе. Поль Погба. Шнедерле. Погба. Харри Кейн. Посмотрим за этой атакой. Отличный пас в разрез. Душ Санту Шавейру. Опасно! Гол! Команда полностью управляет игрой и забивает еще один гол, укрепляя свое преимущество. Как же здорово сыграно, а? Очень вкусно, я бы сказал, мяч. Очень здорово сыграно, увидел партнера, моментально выложил передачу и все. Плюсуйте. Единичку. Такие кроссы он исполняет просто как семечки щелкают. И думаю, что это точно не последний. Да, вот это идеальное завершение стандарта. Точный удар головой и вратарь бессилен. Да там никто вообще дернуться не успел, включая даже защитник. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Харри Кейн! Штанга, друг вратаря! Матео Дармиан. Лео Баптиста. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Загружает мяч. Погба! Добивается успеха Манчестер Юнайтед. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Справа фланга здорово подал в штрафную, только что в обертку не завернул. Да, таким подарком грех был не воспользоваться. Хорошая подача тут и отличная игра головой. Да, отличный гол получился. Разыграли стандарт, они действительно грамотно. Атака остановлена, но кто получит мяч? Верратти. Душ Сантуш Авейру. Какой удар! Какой сейв! Вратарь творит чудеса! Угловой будет подавать команда. Основное время истекает через 6 минут. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Опасно! Надо забивать и гол! Этот гол забил игрок, вышедший на замену, обращу ваше внимание. Как должно быть обидно вот так чуть ли не идеально отразить первый удар и тут же получить второй. Так бывает в футболе, хотя, конечно, не каждый день игрок обороны пришел к чужим воротам и забил. Действительно редкий случай, и, возможно, этот игрок в детстве мечтал стать нападающим. Пока неплохо. 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Итак,